Че, успел чистый зубки? Да. Козлина. Близит она, бля. Не вытянулись так сказать. Там щеки хомячьи уверенней прошли. Я у бомжа проверяю, Ань. Здесь труп. Он мог уже зайти на территорию. Нет, хилится. В углу, в кусту. Убил. Капец, он был мертвый, а аптечка все еще хилилась. Вон он, блядь! Да. Здесь решальная. Тут решальная. Всех убил или еще где-то остались? Где-то еще есть охранники. Подходит с магазина. Двое. Да. Да, убрено. Блять, по мне Леня стреляет. Ты ебанутый? Хочу спросить тебя, бля. Ты или он? Я. На улице наших нет? Я на улице. Ты с маленькой сумкой? Он за магазином. Я с синей сумкой. Минус. За байчином. За магазином еще есть? Я только его слышала. С маленькой сумкой, которая... Я же не помню, как называется. Там двоих видел, сказал. Да-да-да. Может и больше. Пойдем разыграем. Я взорвал РГН-кой. Я. Ты же так же бы делал. То есть, по факту это логично. Это реально логично. Ну, чересчур просто. Ты прикинь, сейчас вот он пострелял по нам. Потом, допустим, повернулся, пострелял по кому-то на старой заправке. Повернулся, пострелял там еще куда-то. Что-то не больно жирно для него. Для бота. Скажи спасибо, что он не каждый раз попадает. Я тут у тебя. Сумку, кстати, не забудь, что это еще. Это что? Не знаю. Восточка? Походу, да. Пошел туда. Я у тебя нахожу. Почти. Зашел в меченую. Еще один на главном. Один минус. Один минус. Еще один минус. Я позволил ему открыть нам комнатку. Он уже после бомб посмотрел. Ты что думаешь, он просто так туда заходил? Ну, в комнатке ничего не вижу такого. Короче, я не знаю, балка это фигня. Он по мне стреляет, и когда я стреляю, я не слышу своих звуков стрельбы. Ну, они, кстати, фикс выходил про пропавшие шаги.
один. Поди один. Да, с ними стрессивки. Ну, это, видимо, эти типы. Ты на главном? Вот, все нормально. Ага. Так, где тут генераторы-то эти? А, вот, походу. Да. На первом не бот, чувака. С переходки? Ты на главном, да? Да. Спрыгиваю. Он у тебя. Да, он там на углу стоит. Вроде несколько. Там чё, читак, по-моему. На улице читак, по-моему. Ну чё ты там стонешь? Эти тут типы, конечно, я тебе скажу. У тебя магазин на 60 на М-ку, нет? Типов топовые М-ки, мутанты. Ай, так, что у меня по выходам? Раньше дать пути собак был. Думал, снега гребать скажешь, сейчас тебе понятно. Собака, наверное, вообще в шоке будет, что это такое. У меня кот в шоке был. Он, короче, ну он вообще снега не видел. Давай, давай.
То есть полегче их будет убивать, чем там. Где-то передо мной в кустах. Да, во дворике. По мне, блин. Не знаю, чем он играется. Он убил тебя? Да. Хера себе. Он в доме был или в кустах? На улице. Ты, блядь, пропал. А, взорвался. Понял. Хера тут чел. Маска Тагила, шестой броник. Офигеть, это ты там на дороге стояла? Ты меня нашел тут? Возле мусорки, да? Охренеть. Это как он тебе попал-то? Это вообще какой-то лютый рандом. Это очень рандом. Потому что ты лежишь, во-первых, за кустом. Даже за двумя кустами я от него. Я за кустом. Я еще удивилась. Просто нереальный рандом. А вы ж... Все квесты здесь. Все. Перед нами чел. Убил. Ань, ты без микро. Я сейчас смотрю, не могу найти его. Я проверила, что у него корочка мешала. А, вот, ёпать, одна нога здесь сразу торчит. О, тоже ЮМПиха, кстати, чел шарит. Только патроны нити взял. Ну, походу, с другой стороны. Снайпера не вижу. Убили его, видимо. Тоже его убили. Но боты там еще есть, смотри. Да, стреляются с ЧВК. Я с правой стороны. Минус один. Ты на главном ходишь? Нет. В смысле, я встала. На главном бот, по-моему, проходил только что, в ту сторону пошел. Да, вот. А, глушённая СТМ, вот что это было. Етить, согреженная, хлам. Странный переход у тебя нас. Тут вроде разгрузка четвертого есть, не хочешь? Не знаю. Я чётко хочу. Я хожу по комнате. Ты что, кто-то сидит? Где? Я в комнате. Он разговаривает. Ты бегаешь сейчас? Убил меня. Да блин, а он сзади, где мы пришли. По коридору. Два. Бля, дробовиком ваншотнул меня в грудак, походу.
Ну я квест сделал. Одного убил. А, левая нога даже. Понял, здорово. Картечь магнум. Один выстрел в левую ногу. 8 попаданий. По вам бот? Двое. Помогайте. Где? В автобусе. Я не здесь. Вот они стреляют. Ты кидаешь гранату? Я кидаю гранату. В кустах. Слева от автобуса куст. Продамаженный в хлам. Моя грена, понял. Я не знаю, как чел не сдох, я в нем не дал такой очередь с ПТ-шек. Я им ХП-ку туда отправлял, мог. Они оба живы. Хватит. Инфу. Один на гранате, один в кусту перед гранатой. Один сдох. Готов. РГОшку я не докинул, блин. Короче, первую. По мне кто-то стрелял с кармана. И это не снайпер. Я думал, это снайпер, но это не снайпер. Не слышишь, орёт? Далеко орёт. Ну он подходит туда просто. Он не орал ближе. По своих типов. Я запрыгиваю в туалет, душ. Тоже. О, ты не сказал, что темно. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.